Здравствуйте, друзья! Сейчас я вам покажу, как я работаю над своей новой книгой легкой рукой. Ну, для этого я... Вот у меня здесь, допустим, есть... Это моя рукопись, отработанная с помощью искусственного интеллекта. Я кое-что делаю. Значит, я, смотрите, беру, вот я сейчас работаю над одной главой, это вестник клуба «Последняя пятница» номер 11, 18 за 2002 год. Вот, я пропускаю события прошлого месяца, которые описаны в этом, и беру только то, что совершилось в этом месяце. Так, вот я копирую весь этот текст. Вот, копирую его. А, ладно, вот. Значит, сначала я копирую вот это вот задание для искусственного интеллекта. Теперь открываю искусственный интеллект и даю ему задание. Вот, я ему пишу: создай общий заголовок и подзаголовок для текста всех статей, как будто бы это один текст. Заголовок должен быть емкий, остроумный. Подзаголовок должен содержать самые значимые и самые веселые поступки членов клуба. Начинать подзаголовок нужно так. Из этой главы вы узнаете, как описание, что описание и о имя героя, который описание его смешного поступка. Постарайся, чтобы заголовок не повторял подзаголовок. Теперь копирую то, что вот я здесь, то есть события, описанные в вестнике номер 11, и вставляю тоже в искусственный интеллект и нажимаю волшебную кнопочку, и сейчас он мне выдаст. Так, и вот он выдал то, что я требую. Итак, глава будет называться «Звезды клуба. Смешные подвиги и случайности в обычной жизни». Ну, нормальный, я думаю. Единственное, что он тут наделал эти вот заголовки. В заголовке одни большие буквы, это как на американский манер. Вот. Сейчас я ему напишу, чтобы он... Так, и подзаголовок он написал мне: из этой главы узнаете, как Андрей Хаер устраивал танцевальный марафон с амазонками, что Сергей Кузов оказался в самой захватывающей части вечеринки, и о Саше Сове, который реанимировал старый компьютер, что вызвало у Баира Жева гордость за право первого ввода текста. Интересно. А вот еще один вариант. Из этой главы вы узнаете, как Андрей Хаер завоевал сердца амазонок на танцевальном марафоне, что Сергей Кузов стал центром праздника с разгоряченными женщинами, и о Саше Сове, который вдохнул новую жизнь в старый компьютер, вызвав восторг у всех и смех. Вот это мне больше нравится. И вот это вот клубные курьезы, танцы, лесные мысли и компьютерные победы мне тоже больше нравится почему-то. Вот поэтому, несмотря на то, что маленько этот искусственный интеллект не додумкал, что я хочу, чтобы все были написаны с маленьких букв слова, ну ладно, бог с ним. Поэтому я сейчас захожу в Reader.ro и уже заверстываю название главы сюда. Вставляю. Ну, раз он мне тут так вот набедокурил, ладно, хорошо, простим ему. Я иногда с ним ругаюсь, но сегодня не буду. А то он ведь тоже бывает, что мстит мне потом за мою грубость. Так... Мне, в общем-то, несложно поправить
Главное, он уже за меня мозгами своими электронными пошевелил. Поэтому мне тут остается совсем немного. Буковки только поменять. И под заголовок, который вот он мне сочинил, а это мне надо оформить как заголовок сейчас. Заголовок я оформляю и копирую сразу же вот этот подзаголовок, который мне очень нравится. Я думаю, он такой интригующий и заинтересует читателей. И тоже его помещаю сюда, в книгу. И оформляю его как подзаголовок, прямо как вот здесь вот есть вот все. И вот. Теперь я... Единственное, что он у меня притормаживает, потому что большой объем информации. Ну да бог с ним. Куда торопиться? Вырезаю. Это у меня будет подпись. Теперь я прохожусь по тексту и разделяю сплошной текст на такие маленькие подглавки. Такая работа, она, ну, техническая, можно сказать. Всю умственную работу проделали гораздо раньше. То есть я ее проделывал, когда писал эти материалы. Ну и искусственный интеллект помогает мне как бы выделить главное, самое веселое, самое смешное. Но это тоже я по моему заданию. То есть я ему даю задание. Он не сразу понял, что делать. Вот, поэтому... Угу, тут некоторые тут тоже штучки такие. Ладно. Ладно, ладно. Это потом надо мне поправить. Вот эти вот, это тоже особенности верстки. То есть вот... Но вот, к сожалению, в этой программе я не знаю, как это сделать одним кликом. То есть мне не надо, чтобы это все из больших букв состояло. Вот, поэтому... Вот такая вот она работа, она, да, такая вот кропотливая, но что поделать, нужно ее делать, чтобы книга смотрелась интересно, красиво. И все, я дошел до конца. И теперь в виде подписи у меня будет как раз вот это вот вестник. Тоже вот нажимаю здесь, видите, справа дата, подпись. И оно оформилось вот как подпись.
Все. Теперь сохраняю и сделаю сразу предпросмотр. Посмотрите, какая получается книга. Вот. Он пишет сохранить текст книги перед переходом. Да, сохранить и продолжить. Формируем предпросмотр. Подождите, пожалуйста, пишет мне умная программа верстки. Вот, легкой рукой. Летопись клуба «Последняя пятница». Вот тут все, видите, вот уже готовые страницы. Вот так они выглядят. Так, ну мы посмотрим сейчас в 3D, как это выглядит. А в 3D выглядит это очень даже хорошо. Вот. Вот видите, вот тайная жизнь клуба, земляника, казачьи будни и вечерние запевалы. И если посмотреть сейчас обложку, вот она такая обложка получилась. Так, я не могу. Вот она обложка. Вот так вот она листается. И можно ее вот так вот. Вот такой толщины книга будет. Но она будет немножко потолще. Вот оборотная сторона ее. Аннотация уже есть. Есть выходные данные. Где они там? Ну, это можно вот так сделать. Вот они. Вот так. Это вот первый том. Здесь будет еще отмечено где-то что это первый том. Вот. И вот такая работа над этой книгой сейчас идет. Вот так, друзья. Всего доброго. Поставьте лайки этому видео. Пользуйтесь чатом GPT, пользуйтесь системой Reader для издания своих книг. Это очень облегчает нашу какую-то работу и наши хобби. Пока-пока.